Привет, друзья! Вот вам интервью без ретуши. Вчера был довольно сложный день. Во-первых, потому что 2 дня назад я был в Минске. Очень ранний вылет туда, перелет ранний опять же в Москву. Ранний — это около 6 часов подъем. В Москве у меня была студия, я записал часть новой песни. Потом ранний опять же вылет в Екатеринбург и концерт в Екатеринбурге. И плюс я подхватил какой-то вирус, и он у меня сел на голос, как бы, да. И вчерашний концерт, по крайней мере, пол концерта я практически распевался. Но потом вроде бы разошелся, и народ это все понял. Хочу сказать огромное спасибо жителям Екатеринбурга. Во-первых, за то, что они так бурно меня приветствовали. И самое главное, вот за что. Тут некоторое издание с гнильцой такую выпустило статью про меня, что я не собрал зал. Якобы ползала пустых. Но, во-первых, вот что я хочу сказать. Этот концерт состоялся только из-за того, что я сказал, что при любом зале, даже полупустом, я буду выступать. Потому что после трагедии в Крокусе люди сдали билеты и собирались переносить концерты. Я с уважением отношусь к людям, которые хотят пойти на концерт. Для меня в этом смысле не главное было заработать деньги, а доказать, что я выступлю при любом зале. Вот это издание сказало, что у меня полупустой зал. Так вот, последние буквально 2 дня билеты разобрали. Я сейчас выложу видео, где все это видно. Так что спасибо, братцы, спасибо за поддержку. Екатеринбург в моем сердце. До встречи. И еще вот такая просьба. Те, кто вчера были на концерте в Екатеринбурге, прочитайте, пожалуйста, вот эту статью, которую про меня написали, этот пасквиль. И очень прошу, прокомментируйте реальные ваши ощущения по концерту. Плохое или хорошее, или все плохое. Но чтобы реально вот те, кто был на концерте, рассказал, что он видел. И какой зал, полный или неполный. Спасибо, ваш Газманов.